друзья, готовим сегодня попкорн в домашних условиях. Это делается очень быстро и вкусно. Ничем не отличается от того, который делают в кинотеатрах. Для этого я взяла такую кастрюлю, довольно-таки глубокую. Еще, знаете, желательно возьмите вот с таким антипригарным покрытием, как у Тефаль, потому что здесь точно масло не пригорит и все очень быстро отмоется. Дальше я взяла вот такой, ну, зерна вот такие кукурузные, обыкновенные для попкорна. Я налью масло на дно кастрюли так, чтобы вот просто слегка покрыло дно. Да, то есть немного и немало. Желательно, чтобы именно дно покрыло. И тогда мы всю кукурузу, когда поместим на дно кастрюли, она должна плавать в масле. Вот примерно вот так вы видите. Теперь я отправляю сюда кукурузу. Кстати, уже нужно заранее разогреть кастрюлю для того, чтобы быстрее получилась кукуруза. Можно на сильном огне их жарить. Вот, значит, сыпем так, чтобы была кукуруза в один слой. Можно, значит, добавить соль, если вы любите с солью. Можно всякие разные перцы к соли добавить. Вот, я буду добавлять соль обязательно. Так получается они вкуснее намного. Ну вот, уже первый попкорн готов. Теперь мы закрываем крышку и ждем, пока все остальные приготовятся. Как только хлопки будут с интервалом 2-3 секунды, это значит, что уже все кукурузы готовы. Можно немного даже перемешать, то есть вот так берете и аккуратненько вот так взбалтываете. Так, ну вот, уже все готово, перестали уже хлопаться наши попкорны. Вот посмотрите, сколько же получилось. Целую кастрюлю. Вот я сейчас буду сюда перекладывать их. Вот. Все они уже готовы. И можно приступать к просмотру какого-нибудь хорошего фильма.